Привет, бойскауты, с вами Кьюбайт, и добро пожаловать в The Walking Dead. Мы продолжаем ее проходить. Давно не было The Walking Dead, я уже сам заскучал и немножко подзабыл историю, но сейчас, я думаю, все возобновится, воспоминания освежатся, и все будет окей. Мы остановились на том, как... Окей, мы были в школе, да, кажется... О, черт. Тут сразу экшен. Так, мы можем что-то взять? А, и там мы уже, помните, делали это. О, черт. Мы это уже делали, закрывали топориком дверь и потом уже решали какие-то другие проблемы. Но повторим это, потому что началось именно с этого. Тут чекпоинт. Я, кажется, закончил в комнате, в которую мы отправились потом. То есть мы сейчас так закрыли, неплохо. Так, горючее. Он сейчас, кажется, спросит про аккумулятор, который мы, да, забили. Я думаю, что вам тоже будет полезно это посмотреть. Я мог бы, конечно, уже там пройти немножко и начать с нужного момента, но... Освежить вашу тоже память нужно же, чтобы вы хоть понимали, чего смотреть. Если вы, конечно, не... Окей, я уже начинаю путаться. Да, он стоит и все, такой, типа... Тут все нормально, тут все... Ребят, я тут делами занимаюсь. Он у Молли, да, мы это уже говорили, да. И сейчас нам дадут, возможность нам дали походить здесь, посмотреть. Здесь я и закончил. Снова хочу сказать вам спасибо, кто поддерживает The Walking Dead. Мне прям вот нравится очень, что вам приятно это смотреть, что вам нравится, что вам интересно. Это очень классно. То есть я был, правда, удивлен, что вам понравилась такая игра. То есть она совершенно отбивается от жанра. Ну вот, на канале все время было Лего, комиксы, вот такое. Ну хотя это тоже комикс, и в принципе все правильно, все как нужно. Но я не знал, что вам понравится вот тут больше такого вот атмосфера гнетущая, такое угнетающее, тут всего такого. Окей. Число найденных ходячих. А, мы, помните, видели такое? Число найденных неподходящих. Число граждан, приведенных в Кроуфорд. Инициал граждан в ходе обыска. Окей. То есть это все расшифровывается, даже это все есть, окей. Будем знать, я это, конечно, не запомню, то есть вы можете запомнить, вы можете заучить это, но я не думаю, что это важно. Везде флажки. Давайте пойдем, наверное. Так, мы уже выходили, да? Что-то вот я такое помню. Сейчас поглядим, вообще нам нужно бы найти Молли. Так, зомби. Что, серьезно, я могу выйти? Не, спасибо, я не хочу. Что-то как-то, да. Желание не особо есть. Что это такое? Гильзы, а, окей. Ну это мы, по-моему, стреляли. А, это прошлые события. Хорошо. Ящик окровавленный мы уже находили, но не открыли его. Вот. Они уже здесь. Кристо и Вер... А, это, помните, врач. Чё? А, я могу выглянуть. Ну, стрелять, по-моему, не самая лучшая идея. Я не хотел бы стрелять. А нечто другое я могу? Сейчас... Ну, я не хочу стрелять. То есть, это же самоубийство. Я ничего не могу... Я не могу там поменять. Окей, давайте сделаем это. Вот мне не нравится вот этот, который футбол... Да, вот. Хм. Забавно, что это как тир теперь. Давайте... А тут, по-моему, смотрите, как бы я ни стрелял, я попадаю в голову. Я такой... Надо уже, знаете, опытный выживальщик такой. Угу. Насколько я знаю, сейчас закончился 5-й сезон The Walking Dead сериал. Который частично на комиксах, там совершенно другая история о других людях, но как бы взяты некоторые моменты. Да, вот в общем, мы нашли все, кроме медикаментов и аккумулятора, он и Молли сейчас. Здесь, видимо, код. Окей, нам нужно взломать его. Ну, там очень много вариантов получается, но я думаю, где-то можно найти. То есть, чтобы кто-то это помнил, ну, один человек явно знает, то есть, ну, а для таких вот одаренных, как я, например, повесили где-нибудь, наверное, циферки. Вот, например, какой-то блокнотик есть.
тоже полистать его, нет. Выстрелить не самая лучшая идея. Нужно искать... Да, где есть какие-то движения, я считаю. Анна Корея. Мы можем вставить в телевизор. Где-то он был здесь, да? Окей, там еще... Подождите, там... А, мы взяли эту кассету. Дверь в холл. Нет, не хочу. Кровати. Очень много всего, но я не вижу телевизора. Блокнотики. Стоит что? Видеокамера. Что-то я вот думаю, там жуткое будет. Вернон, Криста, come look at this. This is day 82 since the outbreak. 1547. После вспышки инфекции. 15:47. Доктор Логан консультирует пациентку Анну Корея. Зачем вы это записываете? Правила. Оберсон приказал хранить мне все записи медосмотров и консультаций. Мне нужно, чтобы ты подготовила себя, Анна. Сонограмма показывает, что ты беременна. Вообще. О боже. Ну, в общем, да. Ребенка же должно убить. Ты знаешь правила. Прекращение беременности является обязательным. Вы не должны говорить им, скажите им, что это просто тошнота, что вы дали мне что-то, и она прошла. Это мои проблемы, не ваши. Если Оберсон найдет спрятанные доказательства беременности, мне жаль, но такое правило. Да. Ну, сразу такой с пистолетом. А, вот, кстати, мы можем увидеть код. Щит. Я хочу своего ребенка. Ну, понятно, что запись нужна, чтобы узнать код, но... Давайте, я вот уже видели, я такой жду, пока он там будет нажимать, потому что он как резко сейчас начнет водить, и я не успею. В общем, суть разговора вы поняли, тут как бы в деталь вдаваться нет смысла, это не важно. То есть, ну да, если вы сильно углубляетесь в сюжет, то да, но вряд ли это получится сделать, смотря видео. Лучше вот, конечно, поиграть, я вам советую. Ну, в общем, код он не вел. Lee, maybe there's another tape. We gotta keep looking. I think I recognize that doctor. He was one of the walkers out in the alley by the auto shop. Maybe you should search him. See what he's got on him. Стоп, мы должны идти? Я не особо понял. How's it coming? Slow. Too slow. I'm worried that by the time we manage to get this thing open, it may be... Нам, видимо, предлагают уйти. В общем, мы еще раз обыщем эту комнату. Хотя я не уверен, что мы найдем. Это понятно. Мы туда вставляли кассету. Нет. Окей, мы попробуем еще... Поговорить с Кристой, может быть, она что-то... Ну, хотя, никто ничего не знает. Есть прогресс, давайте спросим. Нет, конечно. Понял. В общем, по-моему, намек на то, чтобы мы шли к мастерской. Да, я лучше пойду. Окей, давайте, наверное, пойдем все-таки. Я не думаю, что мы здесь найдем. Вот здесь какая-то штука, но... Копира. А. Ну вот. О чем я, в принципе, и говорил. Ну, пойдемте. Здесь абсолютно пустая уже комната. Мы здесь всех поубивали. Я не знаю, не помню путь до мастерской. Где-то она... А. О, черт, по-моему... По-моему же она идет через эту дверь, нет? А, нет, она через крышу где-то здесь шла. Или вот она. Угу. Давайте поглядим, нам еще Молли нужно найти. И вообще, там кто-то был в переулке, если вы помните. Я такой, смотрю. Там мы уже 10 минут играем, неплохо. Вы любите долгие серии, я знаю. Вот здесь кто-то пробежал в прошлый раз, надеюсь, никого не будет. Нет. Проблема была в том, что здесь еще зомби. Мы зайдем, наверное, там по...
Так, ну здесь нужно... Фу, да, это было немножко неожиданно. Это он и есть, да? А, его же Молли скидывала. Его Молли скидывала с крыши, и она еще так жестоко с ним обращалась. Видимо, она была пациенткой. Угу. Окей. В общем, лучше... Мы уж, видимо, за... О, шикарно, за нас все сделали. Чувствую сейчас какой-то подвох. Нет, все в порядке. Удивительно, в этой игре никто на нас не нападает. Кстати, у зомби ничего нет полезного? Не. Тогда заходим, вводим, ну, смотрим видео. Если там есть код, то запоминаем его. Это мне очень напоминает одну игру. Я не помню, как она даже называется. Я в нее в детстве играл. Там что-то подобное было. Нужно было смотреть видео, как-то все за этим следить. В общем, было довольно интересно, но не помню название, к сожалению. Окей, мы смотрим. Кстати, это, возможно, мать Молли. Возможно. Потому что неспроста ей эту девушку показали Doctor, I'm begging you, please help me. Maybe one day when things are different, you can try again. But for now, today, we have to do this. More importantly, we got the combination. Krista, are you all right? What's wrong? It's nothing. That was just hard to watch. Да, действительно тяжело. Что-то с этой Анна Корея не так, потому что Молли неспроста так отнеслась. We're in business. И там пусто, да? Нет, все есть. Шикарно. Мы молодцы. You go on ahead. I want to make sure we didn't miss anything. I'll be right behind you. Хорошо. Don't take too long. Кот. Что-то здесь есть. Потому что мы не могли просто так здесь остаться. В камере ничего нет. Он скажет, что кассеты нет. Все окей. Так, посмотрим документы на столе. 80. А зачем? Нет, 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 подожди. Окей, я вышел из этой комнатки, хотя был немного встревожен тем, что нас там оставили. Это не просто так, потому что, скорее всего, нужно что-то было. Я ничего не понял, там мы пересмотрели кассету. Зачем это делать? То есть я и так там, в принципе, ну, видел все. Не знаю. Она очень похожа на эту Анну Корея.
Там, если волосы привести в порядок, длинные волосы, да, будет, в принципе. I'm just kidding. Не она ли это случайно? Here you go. Ну ладно. Что-то я чувствую, да, не так здесь. Nothing. Sure, there's nothing you want to tell me? Yeah, I'm sure. Are we done? What the hell? What the hell? It's our cue to get the hell out of here. Пора убираться, действительно. Зомби ушли. Упс. Упс. Что-то не так. Черт. Не люблю такие моменты. Начинает все наперекосяк идти. Ему сказали здесь с Клементиной. Куда он? Кенни's with her. We still can't open that armory door. He sent me out to look for something we can use to bust it open. I found this. Серьезно, так вылет. Ben, where did you get that? Дебил. It was stuck in the door handle at the end of the hallway back there. Oh no. Shit! Что за дебил? Серьезно, этот. Да, можно и. А, спасибо, да. It wasn't me. Keep going, kid. Nice shot. Thanks. Неплохо. Неплохо. What the fuck is going on? They're coming. Oh shit. That ought to hold them. Sure, but now how do we get out? Through the armory. We can just get this damn door open. Come on, damn you! Так, окей, у нас небольшие проблемы, небольшие неполадки. Но я думаю, мы сейчас справимся. What the hell is he babbling about? Ben, we talked about this. No, wait. I want to know what he meant. What do you mean this is all your fault? Penny, I'm so sorry. Ну что, он идиот? I'm so sorry, man. Kid, this ain't the best time. Whatever you did. У нас действительно нет времени, нам нужно делать. Потом можно поговорить и выгнать его. Я с удовольствием это сделаю. Хотя он останется. He's got a right to know. Know what? It's been me all along, putting all of us in danger. Katja and Duck, it was all me. It was all me. Wait a minute. What are you saying? It was me who made the deal with the bandits at the motor inn, slipping them supplies. I thought maybe I could keep them off our backs. When it got discovered, that's when they attacked. That's when Duck... Ему конец. Да, потом. Я это и сказал, в принципе. If this asshole thinks he's getting on my boat after what he did, he's out of his motherfucking mind. You hear me, shitbird? You can stay. Да, действительно, нужно позже это делать, не сейчас. Kenny, we'll sort this out later, after we get out of here, okay? Да, все правильно. I just told you the way it's gonna be. The boat's not big enough for all of us. Somebody's got to get left behind. Might as well be this piece of shit right here. Well, I vote we leave him. I'm sorry, Ben. I know you mean well. But all I want to do is get back to Omi. Вообще, на самом деле, Оми нужно оставить, он как бы больной. Don't I get a vote? Да. Of course you do. Ben's nice. He's my friend. We don't leave friends behind. That's my vote. On second thought, очень справедливо. I think I'm gonna abstain. Lee? I've seen enough of Crawford to know that becoming like them is the beginning of the end. I vote Ben stays with us. Так как я играю за Ли, поэтому я должен голосовать как Ли. Как бы это сделал Ли, а не как я. Я считаю... Что за серия? Черт возьми, они постоянно меня пугают. О, они открыли...
Кто-то открыл двери? Окей. На этом мы, пожалуй, закончим сейчас. Как вот дадут нам возможность остановиться, мы... Да, пожалуй, прекратим, потому что это очень насыщенная серия. Меня три раза напугали. Офигеть. Так, нужно просто убежать. Кто-то должен... Нет, один должен держать, потом просто быстро спуститься и все. То есть зомби, они же... Нет, надо было... О, понятно, зомби, да, все, и закрыть. Окей. Шотган тут какой-то, да? Ружьем нашли. Ну, отлично. Давай. Мы сделаем это. А, найс. Оп. Неплохо. И последний. Нет? Какие-то они слишком живенькие. Логично. Так. Сейчас, еще одного. Давай, ногу. Ну, что с ногой? Там же никого нет. Давай, еще, 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 еще. Да, еще вниз. Так. Порядок, ребят. Сверху? Какого черта? Почему они сверху... Они его оставили немного, да? О, вручную? Хе-хе, рукопашный бой. О, неплохо. Вот это офигенно. Вот такой момент нужен в сериале. Я не знаю, в сериале есть ли такие моменты. Если вы смотрите, напишите. Ну, вот эту сцену... Нас убили, да. Вот не эта сцена, вот которая была до нее, было очень круто. Мы сейчас еще раз. О, настолько вытаскивает. Ну ладно. Еще раз сделаем. Так. Оу. Оу. Спасибо. Thank you, thank you. Давайте сейчас возьмем топорик. Угу. И пойдем в рукопашку. Почему бы и нет? Ты. Как он меня. Только не говори, что это будет сначала. Я вернулся на старую позицию, и сейчас, по идее, да. Просто нужно кликать еще до того, как ты как ты к ним приблизился. Вот я вообще, я просто кликаю. Я... Воу. Хо-хоу. Это было сдами... Если в сериале есть такая сцена, я его начну смотреть. Вот. Честная бойскаутская. Это было правда. Ничего себе такой поход. Что не важно, что-то не так. Очень красиво еще. Такой закат. Так, кто-то идет. Я бы сломал лестницу, знаете, выстрелил в нее, и там же доски такие гнилые немного. Понятно, он останется. Офигеть. И, наверное, у нас сейчас будет выбор. Давай, мужик. Он сейчас отпустит. Давай. Нет, я сделаю правильный выбор. Нет, не делай, не отпускай, нет. Не отпускай, не отпускай, не отпускай. Нет, спасти. Отлично. Потому что так бы сделали. Вот так это лучше всего. Абсолютно крутой. Это было очень тяжело. Это была очень тяжелая серия. Это было... Я кучу раз пугался. Криста?
Everything okay? Oh, me. Что, он умер? О, шикарно. Этот парень мне никогда не нравился. И знаете что? То есть... Hold on. И знаете что? Круто. Мы спасли Бена, если бы мы Бена не спасли, то минус два человека. А так мы его спасли минус один, то есть... Это круто же. То есть мы сделали правильный выбор, абсолютно верно. Ой, черт, он жив. Эй. Back already? We got you medicine. Good. Feel like I could use some. Ладно, забудьте. Он живой. Kid, you look worse than I do. We almost didn't make it out of there because of mine, but we had the chance. Извините, небольшие технические неполадки. В общем, он сказал, что мы он виноват очень сильно. Что там случилось? И теперь они просят рассказать, okay, что с Беном. With a little luck, you should start feeling better pretty soon. I'll stay here for a few more hours to check on him. Let me know if you need anything. Thanks, Doc. Okay. Yes. Thank you so much. Maybe now's a good time for you and me to have a little talk in private. So you'll be returning to your group now? Yes, but not before I give you a piece of my mind. What? You don't think by now I got you figured? You don't strike me as someone who has a lot of consideration for others. Look at what you did to get me to come here with you in the first place. You expect me to believe you give a shit that it wound up Boston Bree her life? Now just hold on a damn minute. Listen. No, you listen. You got some good people here, and they look to you as their leader. Well, I'm here to tell you, the kind of leader you are, they're not gonna make it much longer. And you're kidding yourself if you think putting them all on a boat is gonna solve anything. Now, you may not care about all of those people, but I know you care about that little girl. Which is why I'm gonna make you an offer. Уйти. What kind of an offer? Уйти. I'll take her off your hands. Take her back with me and my people. We're well supplied, well hidden, and a lot of us have had kids of our own. And now Crawford's fallen, we got nothing left to fear from them. She'll be safe with us. Safer than she will be if she stays with you, I promise you. That's what you want for her, isn't it? To be safe? You're coming at me with a lot here, Vernon. I need to think it over. Of course, take your time. But I want you to think about some things. The way you treated me doesn't exactly instill a lot of confidence in you as a guardian to that child. I don't like being threatened. I don't like being lied to. I don't think Clementine would much like that either. And it's a shorter trip from me to her than you might imagine. Фух. Довольно тяжелая серия. Одна из самых тяжелых вообще в игре. Очень много сначала таких пугливых моментов, потом очень классная сцена, и вот этот выбор теперь еще опять нужно выбирать, нужно сейчас говорить с Клементиной. Тяжело. Hey, going somewhere? Yeah, I'm about to head out. I just wanted to say thanks for everything. It's been fun. Весело. So that's it? Это все? Все, что? You just gonna leave? Yeah. Она может уйти, почему бы и нет? Это ее выбор. I got what I wanted in Crawford, and I never did like the water. Where will you go? I don't know. I'll figure it out when I get there. What do you want me to tell the others? Tell them whatever you want. I'm not real big on Dubai's. Tell Clementine she's going to be okay. You've got a good one there. She reminds me of me. Okay. Hey, sweet pea. Kenny's working on the boat. I know. What are we going to do after he fixes it? Where will we go? I don't know. We'll figure it out. Ну, говорим правду, мы же правда не знаем, куда мы идем. His
Ben going to be okay? He doesn't seem the same since he got back. Ben's a good kid. I think he's just feeling guilty about some of the decisions he's made. He's gotten to feeling like he's a burden on the rest of us. Before we leave tomorrow, will we have time to look for my parents? I'd like to, Clem, but I don't think we'll have time. Я сейчас молчу, потому что как бы пытаюсь обдумать все и сразу принимать решения более правильные. Но... Окей, я думаю, что пора уже закончить. Это про... Вот это шикарно. Вот вся эта серия, это, наверное, лучшая серия, которая была вообще The Walking Dead в принципе. Клементина, в общем, куда-то пропала, и мы, наверное, на этом позже... Вот, все это позже пройдем. Я очень благодарен тем, кто посмотрел эту серию полностью, потому что серия замечательная. Я буду везде писать, что вот смотрите эту серию, она очень классная, потому что очень мне все понравилось. Если вам понравилось и вы рады такому возвращению The Walking Dead, ну, что я вот был небольшой перерыв, теперь я снова продолжаю, то поддержите пальцем вверх, это будет очень приятно. Также вы можете подписаться на канал, чтобы не пропустить новые серии, и пишите свои комментарии, это оценки ваши, и просто интересно почитать, что вы думаете по этому поводу. Всем спасибо, всем пока!